Площадка и наша экспозиция занимает более 100 квадратных метров. Тематически она состоит из трех разделов. «Путь домой», «Сделано под обстрелами», «Возрождение в России» и «Донбасс, в котором хочется жить». Это о перспективных проектах, которые будут реализованы в нашем регионе. Основными особенностями нашей экспозиции является прежде всего «Тоннель времени». Предлагаю вам его далее посетить. Он о том, как развивался наш регион. Но важно, что туннель поворотный. И на повороте история референдума 2022 года. Именно осенью 2022 года наша история коренным образом изменилась. Мы наконец-то вернулись в состав Российской Федерации, вернулись домой. Здесь у нас представлена карта гордости ДНР. Причем она пополняется людьми лично. То есть QR-код, и каждый человек может сам добавить на свое место гордости. И какое описание он добавит, такое здесь будет известно. Донбасса крепче стали, тверже угля. И то есть вот эта роза, она сделана из боеприпасов, которые находили по территории всей ДНР. Собственно, отлили вот эту розу и привезли сюда, и она вот как символ, скажем так, сегодняшнего Донбасса.